Мост на улице Строителя Захарова торжественно открыли в ноябре 2017 года. Через месяц по мосту проехали первые машины. Но через полтора года после открытия стали происходить сильные размытия на кольце. В 2019 году откос укрепили габионами. Через год потоки воды во время ливня эти габионы смыли, свалили ограждение и фонарь. После размытия место обложили мешками с песком. Сам откос решили капитально укрепить, сделали проект, и ДЭП приступил к работе. Выполняли бетонные работы по укреплению. Это водоотводные лотки, бетонные стенки, рассекатели, водоотбойные стенки, потом восстанавливали тротуар и будут водоприемные решетки. Работы продолжались месяц. На это потратили более 4 миллионов. Гарантии на ремонт откоса от строительной организации, которая возводила мост, не было. Изначально в проекте не учли, что в этом участке будет собираться вода со всех окрестных улиц, в том числе с проспекта Ленина. Зато сейчас мост выдержит и великий потоп. Да, гарантии есть, потому что там такие мощные конструкции. Это монолитные водоотводные лотки с повышенной заложенной арматурой. Ну, железобетон, размытий не должно быть, потому что там уже маленький дождь, будет вода отходить по существующей решетке, а уже когда будет перелив через водоотводные лотки, их 6 штук. Работы завершены, рабочие убрали запрещающие знаки, по мосту вновь можно беспрепятственно ездить. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.